29-летний певец эмоционально обратился к единственному наследнику. Стас Пьеха поздравил Петра с шестилетием. Артист тщательно оберегает личную жизнь. Бывшая супруга Стаса Наталья Горчакова родила сына в марте 2014 года. Долгое время молодые родители скрывали этот факт. Только в октябре 2015 года, когда мальчику уже было 1,5 года, об этом стало известно на программе Андрея Малахова. Певец разоткровенничался на вечере, посвященном его звездной бабушке и тете Пьехе. Мальчику исполнилось 6 лет. После развода родителей он вместе с мамой живет в Санкт-Петербурге. Стас живет в Москве, к тому же он часто разъезжает по стране с гастролями. Однако артист старается использовать любую возможность для встреч с сыном. Горчакова не препятствует общению отца и сына. Петру исполнилось 6 лет. Став показал редкие фото, сделанные на прогулке с мальчиком. «С днем рождения, сынок!» Совсем взрослый уже мужчина, обратился Пьеха к своему единственному наследнику. К поздравлениям присоединились Валерия, Слава, Денис Клявер. «С днем рождения, сыночка!» Пусть растет большим, умным, сильным и талантливым, как папа, тепло обратилась к коллеге Зара. «С днем рождения, папочку и сыночка!» – написала Инна Маликова. В комментариях отметилась Алла Пугачева. «Вот оно, счастье и смысл жизни!» – мудро заключила Примадонна. Поклонники Стаса адресовали мальчику много теплых слов. «Какой красивый мальчик, с днем рождения, сына!» «Много радости и хорошего настроения малышу, с днем рождения, Петю!» «Желаем, чтобы вырос послушным, здоровым, умным мужчиной, замурчательный мужчина, какой взрослый!» «С днем рождения, Петя!» – написали фолловеры Пьехи. Наталья Горчакова ведет блог, она часто делится рассказами о сообразительном и творческом сыне. Недавно Пьеха признался, что до сих пор не развелся с бывшей женой официально. Он заявил, что готов отдавать любимой женщине только 20% своего времени.